Друзья, всем привет! С вами Виктория. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовим салат из пекинской капусты. Простой, вкусный весенний салатик, который понравится всем членам семьи, подойдет на каждый день. Пекинскую капусту нарезаем на мелкие кубики. Не слишком крупно, чтобы было удобно затем кушать салат. Затем нарезаю два вареных яйца. Яйца я отвариваю в течение 8-9 минут. В воду добавляю 1 чайную ложечку соли, чтобы яйца не лопались. Яйца нарезаем на мелкие кубики. Затем очень мелко нарезаю 1 маленькую луковичку. У меня сегодня нет зеленого лука. Если у вас есть зеленый лук, то лучше даже использовать его. Так как лучок у меня свежий, я не люблю присутствие свежего лука в салатиках, я его замариную. Добавляю 1 чайную ложечку соли. 2 чайные ложечки сахара, 1,5 чайные ложки яблочного уксуса и заливаю кипятком. Перемешаю и отставлю в сторонку. Далее 2 средних помидора нарежу на средние полудольки. Также я добавлю в салат 1 спелый авокадо. Разрезаю авокадо напополам, убираю косточку и нарезаю на кубики. И перекладываем к другим ингредиентам. Добавляю 0,5 банки консервированной кукурузы. И процеживаю, и добавляю лук. И теперь приготовим соус для салата. Для этого выдавливаю сок половины лимона. Добавляю 1 чайную ложечку соли, 3 столовые ложки оливкового масла, можно использовать любое растительное. Выдавливаю 2 зубчика чеснока. Добавляю 1 чайную ложку обычной горчицы и 1 чайную ложку зернистой горчицы и перемешиваю. Заправляем наш салатик. Все хорошо тщательно перемешиваем. Вот такой красивый весенний салатик у нас получился. Всем желаю приятного аппетита, готовьте с удовольствием. Не забудьте поставить лайк, если видео вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.